начинать надо было. Не будем строить мандалы. Да. Ну, они как бы сами виноваты, Вега. Их предупреждали. Ну. Дно и дно. Можно их сколько угодно русофобами называть, но в самой игре это тоже дело. Поэтому просто дно. Окей. Знаете, чего не хватает? Двойного прыжка. Снайперы. Нифига себе. Окей. Friendly looking bolt bucket. Да. Ну давай проверять, насколько. Насколько они хорошо видят. В принципе, ничего так. Ага. А еще раз. Ну. Оу. Ага. Протокол побега нахрен. Нифига себе. Есть одна проблема, я там по стенке забраться не смог. Так же, как и здесь по стенке, я вот только со второго раза забрался. Проблемко. Как она знатно соскальзывает отсюда. Соскальзывает очень знатно, и до него, в принципе, идет тень, но только с помощью вот этой вот фигни какой-то, которая, судя по всему, лопасть. Окей. Впритык нахватило. Ладно. Снайперы, которые в случае опасности тупо сбегают. Какие интересные снайперы, однако. Вот по этой стенке я забраться не смог. Вот это меня типа трындец смутило. А вот сейчас вообще и... А, нет, смотри. Хе. Вот сюда забраться нельзя, на этот маленький уступчик было, видимо. Окей. Но. Винтовкой я все еще воспользоваться не могу, к сожалению. Не знаю почему, но грустненько это. Forgotten Sons. Окей, нам туда, значит, сначала нам туда. I should at least here set out. Опа. То бишь, мне не дают сначала пойти туда, мне надо сначала пойти сюда. Потому что туда мне надо будет пойти позже. Ну, такое себе. А, у нас, видимо, они уже здесь находятся, поэтому здесь никого нет. Да. Совершенно, ребят, не скрываются абсолютно нахрен. Интересно. У бегун-то вроде лут. Посмотрим. Я... Мне в любом случае сюда возвращаться. We must find out what they're looking for. If they want it, then so should we. Set? You have your orders. Ayana, welcome to the Forgotten Sons. I'm here. Now what? I understand your reluctance to trust us, but we have a common enemy. Helios says you're terrorists. Helios says that they have solved the energy crisis. Helios lies. Look, all I want is to find my people. Then let's help each other.
There are places we can only access with your specialist skills. And in return, we will share what we know of the Erebon and their connection to Helios. Fine. Tell me what you need. Helios activity in this area has intensified. Our people are missing. Our outposts raided. Это, конечно, лучше, чем они стоят просто так, но бесполезно драгони руками делу не помогает. Do you think it's Erebon? Which is why Mira came to find you. I'm sending you two key locations to investigate. Understood. And my people? Ask Mira's father Noah in the outskirts for his research, and I will download the other leads we have to your codec. But please remember, Ayana, Helios workers are not responsible for the sins of their master. You're asking me not to kill them. Most of us were once Helios. I am asking you to try, but the choice is yours. Now, as a symbol of our new friendship, let me make you a gift. Согласен, кстати, да. Маски могли быть поинтереснее. Wait, are you Erebon? How can this be? This is unexpected. If you're lying to me, I swear. Please, without trust, we are defeated. I will talk to Mira about this. All right. I'll send you updates via the codec. Какое пам-пам-пам интересное. Он всем врет, но он рябанит. Забавно. Рябанский костюм. Как только я выберусь отсюда, обязательно его надену. Здесь надеть, видимо, религия не позволяет. Бывает. Так, мне можно что-нибудь скрафтить? Что-нибудь одно только пока что. Окей, я бы все-таки, наверное, сонар бы улучшил. Вроде полезное дело будет. Но как бы да, они особо сильно не скрываются. I have something. Good for you. And they say sarcasm is the lowest form of wit. Do you want it or not? I don't know, depends. Oh yeah, why would you? It's... just an artifact that your people used to put shadow powers in devices. Sorry to waste your time. Wait, that's an Erebon catalyzer. Give me that. Sure, if you do something for me. Some forgotten sons in the field need a hand. Help all of them, and it's yours. Okay, sure, but how will I know where to find them? Look for graffiti with our sign. Fine, but this is extortion. This is war. Да, мне еще и помогать чем надо. Окей. Ну, в принципе, типичные людишки, несмотря на то, что одни теневым возглавляются, да? This suit. The connection to my people, my powers. It's incredible. Ну-ну. Предыдущий получше выглядел. Ну, да ладно. Так, мне интересно, а мне направо-то теперь дадут пройти или нет? Фишка в том, что они очень хотят, чтобы я им помог, но при этом... Ну, то есть, в теории, я бы сказал, что сначала они должны помочь мне, потому что я им нужен больше, чем они мне. Как же с доброй воли он мне передает костюм, которым сам, блин, пользуется. Это, конечно, ок до хрена, но... Немножко все-таки хмыково. Так, я думаю, нам право сначала зачищать, да? Sir Reprimand, I have been monitoring your performance. It no longer reaches the level of adequate. Yeah, I know, but my wife left me. Searching. Searching. Indeed, she is now living with your brother. This must hurt your human feelings, but it is no excuse for subpar work. Yeah, that ain't...
интересно, что это за фигня такая. Похоже на шнягу с тревожной кнопочкой. Хорошо, что здесь они везде в тени все. Фиг знает, заметит ли его снайпер только. Вопрос хороший. Лут, кстати. И фиг знает, насколько мне нужны вот эти вот запчасти и теневые шняги. Потому что я до сих пор не увидел, где их можно использовать. Так. Окей. Опять же винтовки, которыми, к сожалению, нельзя пользоваться, и все. Че, прям даже никакого лута? Прям совсем? Прям в HP, а? Ну ладно. Так. Почему я слышу звуки отсюда, блин? Очень странно. Как будто я ходунов справа слышу. Так, вот теперь вопрос. Если я на него прыгну. Наверное, вон тот заметит, да? Надо бы сначала с ним разобраться, потом со снайпером. Причем со снайпером надо аккуратно сзади будет разбираться. Давай лучше подождем, пока он идет. Допустим. Как он удобно от меня отвернулся вовремя. Окей, значит, рабочие здесь все-таки против меня играют, да? То бишь, на глазах у рабочего нельзя робота убивать, видимо? Или шуметь? А я не знаю, типа, а рабочий будет меня атаковать вообще или нет? Наверное, да. Значит, просто так по локации все-таки не побегаешь, когда ты всех роботов убиваешь. Если я, конечно, не хочу трогать рабочих, а я, наверное, не хочу. Так, допустим. Что у нас вкусненького тут есть? Такое впечатление, что я зачистил локу только для того, чтобы зачистить локу, потому что здесь вообще ничего вкусного нету. Там наверху ничего вкусного не было. Здесь ничего вкусного нету. Мем. Никакого лутика. Только яйца. Яйца вот такие. А, сюда бы снайпер... Так, окей, это снайперские телепорты. Вот что это такое. Оно бы сюда переместилось. Слушай, ну реально лута нету. Офигеть. Как так-то?
Без лута скучненько. А, ну вон там вот что-то есть. Учитывая, насколько все это недалеко от их базы, основной, я прям удивляюсь. И правда никакого лута. Ладно, пойдем дальше. По дальней стороне сейчас проход сделаем. Мне еще вот тут вот интересно, кстати, контрольная точка, из-за того, что я перезашел на лук. Можно попробовать что-нибудь с цивилом сделать, например, посветиться у него на глазах и посмотреть, будет ли он меня атаковать. На будущее очень пригодится, как мне кажется. Нет. Ни хренашки нету. Обидно. Оу. То есть он прям на кулаках идет со мной драться прям. Интересно. То бишь цивила для меня тоже угроза. Да. Так же как и роботы. Они чуть более тупые, понятно, но, короче, цивила угроза. Которых я не очень сильно хочу трогать. Это проблема. Дополнительная проблемка. Вот знак, который я вижу. Мне, кстати, это... Fascinating. Circuits are so intricate. And there's an organic element that is... surprising. Is that a Helios sim? Yes, aren't they incredible? Each little artificial neuron firing in tandem to create the ultimate neutralizer. So perfectly engineered. So efficient. I know. I've been on the receiving end of their efficiency. Why isn't it working? Well, it's the most ridiculous story. Do you know crows? One for sorrow, two for joy. Isn't that magpies? No, no, I'm sure it's crows. You know, the birds that love shiny things. Anyway, one stole the central processing chip. Just after I fired it up too. Spirited it away to a nest somewhere. I even built this detector to try and track the chip. I can find it. Although I don't know why I would help you bring one of those things back to life. Imagine what secrets we could learn if we got inside the mind of our enemy. If you say so. А, ну, собственно, мне туда ради квеста надо было, понятно. Окей. Можно было рабочего, конечно, не беспокоить. Вот. Вот сюда, на верхнее гнездо, как раз и нужно было. I need to be quiet. Of course. It's flown off to another nest. Okay. Птица, оказывается, надо по стелсу подбираться. Я на ту сторону могу только со светлой стороны зайти, к сожалению. Ну да. Я только с этой стороны могу зайти, эта сторона светлая, здесь нельзя в тень уйти. Так, и как? Оттуда я тоже прыгнуть не могу, я не допрыгиваю банально. Чего? Я на уступ забраться смог? Что, блин? Не, ну управление в этой игре, конечно, это просто жесть.
Почему меня сейчас на уступ пускает, я не понимаю, но это забавно. То есть она пытается реально вот так вот по дну на уступ влезть. А раньше я так типа не умел. I need to creep up on it, otherwise it'll keep flying away. Ага, теперь она там. Рабочий все еще на своем месте. И вот это строение им нужно было только для того, чтобы сюда птица улетела, да? Gotcha. Окей. Странная хрень, конечно. Ну ладно. Очень управление прям супер необычное, назовем это так. Не хватает чего-нибудь, чтобы еще быстрее перемещаться по локациям. Локи достаточно обширные. Не хватает какой-нибудь, я не знаю, какой-нибудь доски для серфа, что-нибудь такое. Для быстрого перемещения. Саймон? Yeah, that's what I'm calling him after my first cat. I love that cat. He used to cuddle up against me at night. Don't expect the same from that sim. I might install a snuggle protocol. Would you like that, Sim? Будет кекна, если я вернусь сюда обратно, она будет труп. Да, это будет прям супер интересно. Если она умрет по своей глупости, а типа И будет просто рядом стоять такой. И кивки, и кивку. Окей, I found the crashed ship. Good. Be careful. Helios loves leaving code traps. Gotcha. I still need to find the main module of the spaceship. Pray it's intact. It's the best chance we have to recover the intel. Yep, I'll let you know when I have it. Тут все пусто? Да ладно. Окей. Немножечко пустоваты. Так, погоди. А, там свет. Мне сюда за... А, нет, смотри, мне дают сюда забраться. Да хрень, тут реально полностью пусто. Ха! Выключены роботы, да? Это ж неспроста. Сейчас было очень странно опять. Ладно. Никого нет. Okay, I'm in. Any resistance? Not so far. Which definitely feels off. Indeed. Stay vigilant. Мне вот интересно, почему бы на всякий случай не ткнуть в каждого ножиком? Ну, просто на всякий случай. Ну, можно же. Можно. Что они сделают, непонятно. Мне тут никто ничего не говорит, что мне сделать надо. Ну, судя по тому, что локации вполне себе линейные. Ладно. Так, в смысле? Здорово. Так, а это походу то, что мне надо все-таки, да? All right. The main access should be open now. Окей. Интересненько.
В крафтере мне пока все еще ничего не надо, судя по всему. Да, у меня крафт-шняк нету, и новых я не нашел. Ладно. Мне показали, что откуда-то там еще защиту сняли. Тоже любопытно. I got in. There are logs in here about the disappearances. Not only yours, but people from other planets. I'm transmitting the info now. Great. Mira should be able to decode them. Now get out of there before you alert the Helios mainframe. Wait, there's something else here. It's Erebon. Leave it. We have what we came for. The security is high, but I can hack it. Ayana, get out of there. You could endanger the... Sorry, Set. You're not my boss. All right, let's pick this lock. Lock 22, security level 5. Enter clearance code. Code bypassed. Helios is light. Helios is life. We will bring energy to the universe through the power of Halo. The Erebon are the secret. Their power is the Genesis and the Exodus. They are the key. Ayana, you are the key. Wait, are you living? Alert! Alert! Intruder! Вот не чтоб, блин, потыкать лишний раз, а? Окей. А потыкать с самого начала все-таки было можно. Этот чувак так и будет смотреть сюда, да? Окей. Ну, этот проход мы уже узнали. Они тупить начинают, когда я в тени ухожу, несмотря на то, что они на меня светят постоянно. Это кекно. Блин. С одной стороны, ИИ, конечно, не прощающий, но с другой стороны, капец, он тупой здесь иногда. Проблема в том, что иногда. А то, что я, выйдя из тени, в полный рост начал бежать, это, конечно, тоже косяк. Молодец, да. Подтверждаю, молодец. О, лучик. Лучик это я люблю. Лучик это давай сюда. Так. А вот теперь можно что-то сделать. Например, сканер себе получше сделать. Слушай. Теперь будет очень даже ок. Так, давай. Угу.
Это что за мелкодзиньки были? Мелкодзиньк, по идее, должен означать лут ведь? Правильно? Интересно. Так, а, стоп. Может быть, кстати. Может быть, мелкодзинька обозначает действительно лут. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Тут больше нету. Ага. Он обозначил крафт-станцию, он обозначил журнал. Окей. Ладно. Ну, допустим. Допустим. Допускаю допускать. Слишком много света. Так, а как мне там выбирать гаджеты? Кто помнит, на тап? Слушай, а мина-то всего одна осталась. Мины не обновляются при... понятно. Мне надо создавать предметы. Мне надо 4 этих запчасти на одну мину тратить. Я думал, они хотя бы между миссиями обновляться будут. Не, хер там вообще. Это было достаточно быстро, кстати. Воу, ты с этой стороны подошел? А это нечестно. Окей. А он тупо с другой стороны лестницы. Я думал, я его сейчас обойду. Он такой налево, я такой направо. Уху, хер там. А, ну у меня хотя бы сейв быстрый был. Единственное, что я не понял, почему не сработала кьюшечка моя. А, ее зажимать долго надо. Косяк. Ну, неудобненько. Мало того, что мне зажимать надо, мне надо еще и ЛКМ жмякать. Не было ничего. Не было. Интересно, та шняга поворачивается или нет? Да. Ответ на вопрос вполне логичный. Не, ну обидно, что у тебя эти шняги не восстанавливаются между заданиями. Это грустненько. Это надо, типа, постоянно искать расходники для того, чтобы применять умения. Это прям мех. Лутецкий увидел. Окей. Вон же тень за балкой. Да я вижу тень за балкой, меня не интересует проход, меня интересует всех убить. В смысле? Ты знаешь, мы идем по массовым убийствам сейчас. Тап. Видишь, какая красота? Вот. Так, шнипер. Слушай, сколько их тут стало. Грустно, бата. Хиллер здесь же. Я не уверен, что я хочу туда подниматься пока. Я точно хочу первым снайпера заколбасить.
Если б не вот эти блинские ходуны, которых двое. Не, Синдарин, другой бы увидел. Во-первых, к Фиолу просто так не подкрадешься. У Фиола постоянно свет вокруг него. Это раз. А во-вторых, другой бы увидел, как я к нему крадусь. Видишь, фиолетовый свет постоянно. Вот в этом проблемка. Сейчас главная проблема в том, что их тут двое. Окей. Допустим. Допустим. Еще двое смотрящих плюс шнипер. Ага, Лутецкий. Лутецкий — это хорошо. А вот к этому, походу, только с лопастью пробраться можно. Оу. Там двое. Там двое плюс чинилка. Если один увидит труп, по идее, чинилка на него должна прибежать будет, да? Мы с Тамарой ходим парой. Два урода мы с Тамарой. Не вовремя. Не, слушай, к ним можно действительно пробраться, если вне света фонаря будешь. Им действительно можно пробраться. Так, лопасть. Ты где? А, понятно. Странно, я вроде в его свет даже не заходил. Но все равно заход в свет посчитали. Так. Теперь есть снайпера, есть вон та чинилка. Еще двое наверху. Еще один там. Где зинк? А вот зинк. Окей. Проблемка. Сюда лопасть не доходит, и я сюда забраться отсюда конкретно никак не смогу. Это ж не тень? Да, это не тень. Проблемка. Так. Погнали наверх, посмотрим, что у нас сверху будет. Сверху смотреть будет поинтереснее. Так, что у нас получается?
Внизу этого можно прямо здесь завалить, я думаю. Это не проблема. Хотя вон те двое двигаются сюда тоже. Правого можно переколбасить. Если они двигаться не будут до фулов, то в принципе не будут до фулов. Не, они двигаются до фулов. То есть одного надо будет вырубать и второго уничтожать, по идее. Тут без гаджетов не обойдешься. И все это время, возможно, в меня будет смотреть снайпер. Давай, наверное, попробуем с минкой разыграть это дело. Снайпер вроде смотрит в другую сторону при этом. Так, они ходят где-то тут, да? Давай, допустим, так. По-моему, я промазал минкой, да? Или нет? Не, нормально. Окей, не, все получилось зашибись. Хорошо. Лутецкий. Ну, два лута не так плохо. Снайпер смотрит сюда, поэтому мне бы как раз до снайпера в первую очередь бы и добраться. Сколько эта игра стоит? По-моему, рублей 700. Сейчас скажу. 800. 800 сейчас, 880 без скидки. За 800 фиг знает, но рублей за 500 я бы ее на самом деле брал бы, я думаю. Так. Снайпер на этого чувака тоже смотрит, если что, да? Мне интересно, снайпер же тревогу не поднимет, правильно? Вроде бы. Вроде не поднимет. Окей. Лутецкий здесь. Там Лутецкого нету. Окей. А, не, смотри, поднимает. Тела обнаруживает. Окей. Интересно. Так, мне к нему надо попасть только через ту жопу. А на ту жопу я не могу забраться, потому что слишком светло. То бишь, мне в натуре надо просто проходить мимо. Да ладно, не такая уж и крыса, между прочим. Вполне себе нормальная эребаба. Мне бы автосейв словить.
спасибо. Respond immediately. Yeah, I am here. What happened? We picked up a sudden burst of power from the ship. The nascent. Tell me. This is precisely why I warned you. You're not hearing me. She's alive in the system. That is information that can help us. Or be the death of us all. Look, I had to know. Okay, this is about more than your war. Alright. Keep seeing what you can dig up. Yep. А, так удобно. Окей. Теперь до этого шнипера добраться бы. Так, давай мы скан, на всякий случай. Ага, подо мной дзинк. Здорово. Дзинк, это пригодится. А вот то, что там жопы находятся, это не совсем приятно. А, тут еще и свет. Окей. Таки косяк, там все плохо. Так, давай сюда, наверное, пока. Все очень плохо. О, все хорошо. Го-го-го-го-го-го-го-го-го. Тихо-т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 ихо. Здрасте. Замечательный снайпер, блин. Но тут опять достаточно трудно будет. Они слишком часто друг за другом смотрят. То есть, если тут не пользоваться гаджетом... Есть немалый риск просто так попасться. Не, мало времени. Не, ну, в принципе, не убирать трупы — это хорошо. Пофигу на то, что у тебя типа из-за обнаружения трупов очки падают. Насколько я понимаю. Не убирать трупы очень полезно. Окей, дзинков больше нету. Зашибись, весь лут собрал. Поехали дальше. Есть одна небольшая проблема. Скорее всего, мне еще один автосейв не дадут, да? Я так сильно подозреваю. И... не, мне еще один автосейв не дают. Обидно. Ну... попробуем не попасться ни на какую жопу. Хотя бы попробуем. Слышу дзинк, не знаю, где он, да. Давай посмотрим, что тут полезного есть. Даже не так. Что полезного есть тут? Возможно, сюда опять же пойдет какое-то задание. Скорее всего. Хотя, нет, смотри, тут этот... тыдрышка. Тыдрышка.
до этого тыдрышка надо умудриться добраться, потому что долбанные лампочки. Да, блинские лампочки. Ми! Ах. Тупое управление для дебилов. Очень неудобно. На самом деле, то, что он мне мое платье дал, это тоже прикольным оказалось. Потому что больше энергии, по-моему, стало платиться. То есть у меня, по-моему, раньше шкала вот эта не на фулы заполнялась. Опять чуть не упал. А? Вот это другой разговор. Так. Что у нас тут есть? Создается сотовый щит на низкой скорости защиты от врагов, снарядов и подавителей. Ага. Три заряда, и можно будет от этих падлов убегать. Хм. Это не так интересно. Подавитель удаляется без моего замедления. Я думаю, если в меня попал подавитель, то это уже рестарт. Поэтому, наверное, в этом смысла тоже нету. Звуки ваших шагов становятся тише. Может быть. Накладываемые мои ослепления становятся лучше. И сложнее обнаружить, пока я в тенях. Вот это неплохо. Вот это давай. Угу. Почему нет механики цепляния за уступ? Ну, потому что игровая условность такая. Нельзя здесь за уступы. Ну, религии не позволяют, понимаешь? Окей. Угу. Внимание, замечены жопы. Как удобно я эту шнягу сзади обхожу, а? Трындец. I shouldn't stray too far. Come on, игра. Не должна она слишком далеко идти. Чё за капец? О, лут. С них что падает? Тоже запчасти падают. Окей. Типа, ей нельзя вон туда на холмик подниматься. К вопросу про игровые условности. Окей. Долутик. Так. Ну, в принципе, минус два снайпера это уже очень даже неплохо, да? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, сколько их там. О, контрольная точка, зашибись. А где он тут только что был? Понял. Стоп, рейдер, криминал скам. Я, честно говоря, не видел, как он ушел тудой дальше. Упс.
Теперь будет немножечко сложнее. Да. Пока они все, блин, не успокоятся. КС. И они меня теперь как-то по-другому начинают далеко искать. Ну, пускай ищут, конечно, пока. Нужна карта охрененно. Надо в картишке перекинуться. Окей. Ниндзя. Окей, с этим снайпером надо что-то делать будет. Ага, вон он. Утеского нет. Блин, к снайперу будет достаточно тяжело добраться, честно говоря. Мне надо вот по этой стене ползти. А, тут еще и репейник. Фак. Это надо чекать, репейник увидит этого или нет. Еще лучше репейника, конечно, сливать. Их там двое. Причем репейник идет дальше, а этот остается на месте. Странно, что теневой прыг не сработал. Возможно, ветер. То есть одни даже с лестницы их замечают, слушай. Очень замечательные ребята. Так, да, попытка номер два. Меня снайпер услышал? Да ладно. Не слышал ты ни хрена. Лучика нет. Так, надо на репейника выходить. Найс. Не, ну хотя бы долетел, это уже не так плохо. Сколько дзиньков? Ну, типа, я вижу главный дзиньк, да. Они пытаются жалость к рабочим привить слезливыми разговорами об их непростой судьбе. Хм.
Да ладно, ты дзыньк на рабочего делаешь? Нет, показалось, наверное. Вряд ли это дзыньк на рабочего был. Я думаю, я допрыгну, нет? Допрыгну. А, это чувак, которому помочь надо, окей. Не, ну пойдем в мастерскую пока сходим, ладно? Допустим. Noah? Yes? Ah, you are the Ereban, Ayana. Welcome, welcome. But if you're looking for my daughter, she's not here. No, I'm looking for you. Set said you're researching my people? Yes, we've been investigating Ereban's power signatures in the temples. More echoes? I connected to one in a temple outside the city. What happened? What are they? It's complicated. I can send you the data from my codec. Наверху лучше подыр, сейчас посмотрим. Unfortunately, that is with one of my cells past the city limits. When they stopped sending reports, I went to investigate. They were gone, and Helios had blocked off the lab with a force field. I'll just hack it. Nah, too secure. I tried. You'll need a code card. All I have is a blank one, but there's a Helios settlement very close to here. Use their terminal to scan the card and add the code. Thank you, Noah. Oh, and be careful. Mira would never forgive me if I sent you into the snares of Helios. You got it. I'll stay in contact. Это, собственно, поселение Гелиоса, которое я зачищал сейчас. Так, где ты говоришь наверху лута, если подыр? Я вижу дзынька крафт. Это крафт, видимо, да? Да, это крафт стол. Кстати... Мину надо второго левела сделать, она будет очень неплохой, это правда. Я думаю, давай посмотрим, что мне квест скажет на самом деле, потому что, может быть, квест будет близок к городу, к этому тоже. Так, где он тут? Can you help me out? Please, help me. What happened? The weight is nearly crushing me. My daughter. Helios took her. Where? Who knows? She's just another of the disappeared. I'm sorry. Sorry, we're all sorry. Could you bring me something to remember from my old house? Or you could just go back? Seeing that place, with all the memories. I beg you, I have nothing left. A trinket, nothing more. Her favorite toy from the chest under the window. Откуда ты на Хиллера сигал? Thank you. Okay. It might heal a little of my heart. Это снизу, это не так интересно. Там еще записон, блин. Хотя, с другой стороны, я с ачивками здесь не гонюсь, может быть, и не стоит все записки искать. Но, раз уж нашел. Где он тут? О, контрольная точка. Нойс. Роботы. Не, нойс. Причем один в тревоге, другому похрен. Мне это нравится прям. М-м-м.
И что, мы так и будем стоять здесь, да? Вот отсюда я уже не уверен, что я допрыгну, честно говоря. Тут столько мелких звеньков, но я почему-то их реально не вижу. То есть эта шняга будет мне подсвечивать мелкий лут, который у меня здесь есть, но я его просто не вижу. Я, конечно, что-то еще слеподыр, но в натуре я его просто увидеть не могу. Так, окей. Тихо. Спокуха. И так, что там было? Мне ж тут что-то подсвечивалось, не? Что-то зеленым здесь светилось. А, оно там. Я вижу еще один техношнягу, еще одну. Окей, поехали на ту башню, откуда я на хиллера сигал. Раз ты говоришь, что там лут есть. А. Окей, да. И правда. В дыму не заметил. Ну мне сюда надо уже с карты из записанной прийти, правильно? У меня карта пустая. Я так и не понял, как он мне сказал, чтобы я ее записал. Типа, прийти-то я туда могу. А дальше-то что? Не было ни хера. А, кусочек. Уступчик делал такое, да. Ага, окей. Тынь. Удобно. Так, что у нас наверху будет? Ага. Наверху будет камень. Смотри, выглядит как будто специальная лесенка наверх. А на деле ты через эти камни пешком проходишь. Вот, косяк. А наверху ни хрена нет. Да? А, ну хотя тут еще ящики расставлены так. Мне такие просто не дают забраться наверх. Там вроде ничего нет, но все равно обидно. Нет, дают, нормально. Слева можно. Но тут нет ни хрена. Я хоть убей не вижу, где эти дзыньки были. Вон тот вижу. Минус ноги опять. Тут где-то внизу вкусняшка была. Меня это реально бесит начинает, то, что я не вижу, где эти дзыньки. Я думаю, я наверх хочу или нет? В теории я, конечно, вниз хочу. Там внизу вкусняшка была. Но если здесь можно пробраться наверх... Ага.
Секретная дырка. Еще вот там я не был. А, тут уступ. Очень интересная секретная дырка. Да. Серьезно, я как только наверх пытаюсь пройти, ты мне говоришь, что мне наверх нельзя? В смысле? Мне стоит коснуться вот этой фигни, меня выбрасывает. Видимо, пока подсвечивают только ключевые дзиньки. Все, невидимая стена. Ладно, невидимая стена, так невидимая стена, как скажешь. Так, а если я сделаю вот так? Нёп, невидимая стена. Но все равно как-то дзиньков слишком много для того, чтобы... Оно вот так вот не подсвечивалось. А. Ты ничего не слышал. Лута нет. Я пока хз, зачем мне сюда конкретно? Может быть, мне сюда понадобится, либо по какому-то заданию. У меня задание вообще в другой стороне нахрен. Пойдем задание выполнять пока. Здесь у нас вроде все более-менее чисто должно быть, да? Вроде бы. Так. Значит, от этой жопы, где вот одна вот тут. Нам надо вниз, нам надо сюда, походу. Ну, чувак недалеко такой, типа, да, ужасное воспоминание, конечно. Угу. Oh, this is very cool. I can see why the kid loves it. Reassuring assertion. There is no point in running, Erebon. Surrender yourself quietly. Nice. Show yourself. Окей, жопа охреневшая. Даже без лута. Дважды охреневшая жопа. Я за эту стенку переберусь, интересно, или нет? Да, окей. Весьма внезапный патруль, надо признаться, слушай. Хорошо сработали. Оперативно. Здрасте. О, лут. То есть они просто такие просто вот взяли и просто мне лут принесли. А еще мне не понравилось, что эта баба меня подставила, судя по всему. За такое в нашем мире убивают. Так, ты так и будешь сюда пялить? Кыш. Если б не вон тот дальний, можно было бы тенью переползти, да, но дальний на это дело смотрит. Ну, в принципе, если этот пялит только сюда, то можно, наверное, сделать так. А потом вот так. Найс. Great. Sob story about a missing kid.
Should have known it was a trap. Все? Окей. Ну, не так плохо, слушай. Достаточно любопытная ловушка, по крайней мере. Если ты быстро не начнешь действовать, то тебя, собственно, чинилка схватит быстренько. Surprised to see me? Glad nothing more. You found the toy? I found an ambush. Please, I can explain. Oh yeah, so can I. You set me up. Helios promised she'd come back to me. They promised. You should know everything Helios says is a lie. I'm sorry. Forgive me. My girl would be so ashamed of what I've done. Helios used you. You're not the first. А можно ее все-таки убить? Пожалуйста. I lost faith. How can I face Set and the others now? Никак. I'll keep your secret. Just don't let the doubt overwhelm you again. Ну, да. Какая у нас все-таки тряпка, а не героиня? Ну, хотя бы глаза выколоть. Ну, хотя бы. Ну, руку отрезать одну. Ладно. Будем великодушны. Хотя бы одну. Я смотрю, ты от меня что-то скрываешь, да? Я просто подумал, в предыдущие разы я через это окно забираться внутрь не мог. А в этот раз нормально все получилось. Странно. По-моему, этот пингвин нас поставил. Да не по-твоему, он в принципе нас поставил, да. Так, ну чё? Пока, видимо, покупим. Мне отсюда вроде больше ничего особо и не надо. Я даже немножко жалею, что я Rush на самом деле вкачал, я им не пользуюсь, потому что я-то подумал, что Rush не будет тратить хотя бы теневые вот эти вот силы у нас, а он их тратит, причем очень не кисло. Это не так приятно оказалось. Сколько дзыньков. Есть очень погадное ощущение, что я много чего упускаю. Мне это ощущение очень не нравится. Так. Ну, поехали наверх. Оп, здорово. Окей. Охренеть, сколько дзыньков. Ну, я не знаю, как мне в подземку попасть. Видимо, может быть, с этой фигни внутрь проход есть. Я не уверен. Йоло! А, уступчик, да. Окей. Вот что дзынькает. И вон там вот дзынькает еще. То бишь, внутрь мне все равно надо будет каким-то макаром попадать. А, света. Так, допустим. Hey, Noah, can I ask you something? Of course. Why were you researching my people? We have long suspected that their disappearance was connected to Helios. I found something in the echoes, the essence of my people. One spoke to me. She called herself Nine. Fascinating. Perhaps these echoes are where your people went? I don't know. I don't know, but I intend to find out. Что-нибудь интересненькое? Да, блин, дзыньков просто до жопы. А, снайпер там. Два.
Этот снайпер смотрит на этого, а этот снайпер смотрит куда-то. Окей, они просто периодически смотрят друг на друга. Это на самом деле нечестно, нифига. Два снайпера под прикрытием друг друга, это прям фу. Так. Может быть сюда? Мне в любом случае наверх надо, но я с этой стороны вроде еще не был. Вкусняшки. Интересно, обычно фиолетовый свет вроде вкусняшки должен был обозначать. А, во. Вкусняшка. А как тебе подняться? Интересно, можно в тупую сюда подняться вообще? Да пофиг. Не дают. Это тоже уступчик, да? Ага. Окей. Да куда? Ты издеваешься? Очень любопытно, какого хрена она, в принципе, дропнулась. I have spoken to Noah about what happened back at the hub. And? Did he have any ideas? He suggested your presence awakened something in me. But you're... А, это не вкусняшка, это прыг. Фу. It is indeed strange. I will speak to you later. Так, розовая фигня опять. Нам наверх, судя по всему. Окей. Noah, I got into the cell. There's no trace of your people. Did you recover the research at least? Yeah, they found another echo outside the city in a location codenamed Corpus. Then we may both find more answers there. Stay safe, Ayana. Окей, значит, у нас, по идее, каждая глава должна эком будет завершаться, видимо. Так, о, здорово. Отличный плюс прокачка. И... нет, это не последняя сфера. Фак. Я думал, что все, уже все нашел. Нет, хрен там. Так. У меня все еще не хватает одного гаджета. Но вроде больше ничего вкусного здесь не будет. Ну-ка. Журнал. Журнал, журнал, крафтилка. Я еще звяк где-то здесь слышал, вроде бы. А там снизу ничего даже нету. Два снайпера, блин, снизу есть. Сейчас откатится, посмотрим еще раз. Да, собственно, журнал, 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 журнал. На журнал очень много звяков приходится. В общем, проблема. Так, как мне этих братьев-акробатьев слить? Вот в чем вопрос. Не было ничего.
за него. Я не знаю, мне анимация успеет пройти? Успела, окей. Отвернись по зязе. Не в ту сторону, ну ладно. Забавно, он его труп типа не видит. Окей, значит, правильно сделал, что начал с высокого. Так, нам... Здорово. Знаешь, что правильно сделал? Так, лут есть? Лута нету. Сейчас на том проверим, лут есть или нет, и дальше пойдем. Нёп. Угу. Пока я еще не встретил третьего чувака, которому помочь надо. Ветрогенератор у меня, конечно, вот тут вот есть по заданию, а где еще один чувак, которому надо помочь, не ясненько. Так, не понял. Тут только что снайпер стоял наверху, не? What the fuck? А, он стоит. Он чё, он ходун? Серьезно? Там, по-моему, даже робот еще есть. Да. Как минимум, это было странно, почему меня из тени выкинуло. Ну да хрен с ним. А, я вижу последнюю сферу. Найс. Последняя сферка, это хорошо. Лута нет. Лута нет. Так, что у нас получается по вкусняшкам тут? Снайпер бы сюда перебирался, понятно. Там робот, окей, на. Окей. Давай просто заберем сферу, пока последнюю. Чутненько. Так. Мне еще людишков опасаться надо. Потому что убивать их не хочется. А тревогу они поднимают весьма знатно. Ни хрена нету. Контрольная точка. Найс. Робот там. Снайперов там я ликвидировал. Фак. Я не могу даже тихонечко на краешек приземлиться. Это капец. Прям, ну тише некуда уже. Прям, ну вот. Мям. Всегда надо нажимать ПКМ, чтобы приземлиться на край. А если тени нету, то ты всегда приземлишься громко. И это косяк. Там робота надо заколбасить. А, наверху вкусняшка. Эй, вкусняшка. Там еще вкусняшку вижу. Хорошо. А где робот?
А это, походу, последний чел, которому помогать надо, кстати. Эй! На, фак. Здесь причем нельзя вертикально вверх на них сваливаться, это должен под небольшим углом быть, для того, чтобы убийство сработало нормально. Лопасть. Кс-кс-кс. Давай. Хотя. Так вот. Окей. Да. Ну, вроде зашибись, да? Надо к этому челу подойти теперь. Так, вопрос, а что у меня по 46 из 58? Hey, over here! Ага, погромче ори, да. У нас не стал секшен ни разу. What is the point of having a brain the size of a planet if my stupid body lets me down? Are you alright? No. I created this incredible spyware to track Helios communications, but it will only work if I unleash it into the communication tower network. And then I need to triangulate the Huzma flip, and oh, I should just give up now. Okay, can I help? I don't know. Can you climb the communication tower, release the virus in the terminal, and escape without being caught? Can I help? Actually, I could do that. Really? Because, wow, that would be... Thanks. Here you go. Okay. Так. А, ну, мне надо добраться туда, где я только что уже был. Найс. Ми. Я тебе, блин, упаду, жопа. Окей. Проблемы-то, блин. Virus deployed. Хе-хе. I can't believe it. Everything's coming through loud and clear. I know what the Helios quarry foreman had for breakfast. Eggs on toast, in case you're wondering. Thanks. This is going to be a game changer. Окей, этим троим чувакам я помог. I helped the Forgotten Sons out in the field. Right, that's what I'm talking about. Not so hard, right? Now that Erevan catalyzer is yours. Мне, собственно, остался центральный ветрогенератор, да. И я сильно подозреваю, что мне осталось зачистить роботов конкретно там внутри, да? Контрольная точка. О, но я все еще не нашел, как вот сюда можно забраться. А мне туда, ну, судя по всему, надо забираться. Еще раз сохранение контрольной точки. Так, там уступчик, да? Да. По наклонной поверхности ползать вообще изи, но уступчики, боже мой, непреодолимое препятствие. О, какая прелесть. Специально розовым намазано, чтобы я видел, как забираться. Текс. What am I looking for here? Have you heard of the Enlightened? The founders of Helios. A few of them have been seen there. That's weird. Yo. Why would they need this dust shack? That is what I need you to find out. Okay. Secrets, secrets. What are you hiding, Helios? Я бы на месте вот этого робота напрягался, когда мне в лицо чисто снайпер смотрит. Очень неприятно. Здесь везде гребаный свет. Вообще везде. Мне нельзя здесь забираться наверха. Это неприятненько. Такс. Ну да, их тут до херища. Ск-
Скорее всего, вот этого ходуна можно во время обхода ушатать за грузовиком. Так. Привет, как тебе играть? Здорово, охрененная. Очень нравится. Стелс очень не прощает. Я думаю, чем я дальше буду, тем больше мне всяких интересных гаджетов и приспособ будет даваться, но... Блин, вообще не прощает. В теории я могу подняться вот по этой фигне. Наверх и попробовать спрыгнуть на него... Первый план. Второй план. Вот у нас огромная тень. Можно здесь поверху по тени проскользнуть туда. Мне, собственно, туда как бы и надо. По сути, но по факту я же играю на все сливания, правильно? Поэтому здесь задачка немножко становится посложнее. Как бы мне всех слить так, чтобы вот... Вряд ли они наверху снайпера увидят. Мне кажется, снайпера надо сливать первым. Если я переберусь так... Я не уверен, что я смогу обогнуть и прыгнуть на снайпера, разве что. Ну, как бы хз, увидят они это дело или нет. Еще хз, кстати, тень там или нет, потому что фонарик-то прям четко на эту фигню светит. Может, там тени нет? Надо проверять. Ну, а здесь тень, например, есть, но тут доверху никуда никак. Нёп. Там свет, этот свет мне пройти не даст. Окей, план А откладывается. Так, план Б. Прям сверху. Так, попробуй выбрать минус, собрать детальки, возможно, они восстанавливают. Нет, у тебя же, ты же крафтишь за счет деталей, Синдарин. Вот у меня, видишь, 20 из 4, если я сейчас зажму пробел, я скрафчу минус за счет 4 деталей. Или я стан скрафчу за счет 2 огоньков. Это прямой крафт, тут все норм, в принципе. Не, ну ёла, да... Блин. Опять она наверх пытается пройти. А дальше? Фак. Ау. Нихера себе, снайпер. Понял. Отличный вопрос, почему я не сумел перейти на ту сторону. То есть меня там просто остановило, и все. Очень хороший вопрос, какого хрена? Блин, может быть его убить так, чтобы тот заметил сюда, прибежал и его тогда тоже слить? Было бы проще. Не, реально хороший вопрос, почему меня остановило там посреди этого. Интересно, можно ли на фонарик прыгнуть? Можно, кстати, здесь испытать. Нет. Почему ты... Почему я нахрен нажимаю вверх, а она ползет вниз? Боже мой, управление иногда здесь, конечно, это жесть. Ну ладно, управление всегда здесь это жесть. Окей, на фонарик прыгнуть нельзя. Значит, там на фонаре я не остановлюсь. Точно. Здорово, базар. Игра про подкрадули, типа того. Так посуровее. Да, попробуем еще разок.
Гаджет. Йоньк. Тут везде блинский уступ. Так. Кродун. Инвентарь заполнен, что? У тебя 20 запчастей максимум и все? Ты издеваешься надо мной? О, Пихалыч, это нехорошо. 20 запчастей максимум, это очень плохо. Я боюсь, я с этих слечу. Такс. Может тогда мину реально? Раз у меня запчастей навалом. Допустим. Ой. Допустим. Да что ж ты все запрыгнуть пытаешься, когда тень есть? Это не так интересно, Синдарин. Пропал в тебе дух авантюризма. Ёпта. А, там везде уступы, там не забраться. Тут сол... Ну, это лампочка. Так. Говорят, мне сюда. Ок. With all the security, I expected something more impressive. What am I missing? Ну, пожмякай всякие кнопочки, чё ты. Oh, now that was a satisfying click. Something's down there. Something's down there. Да, зараза, мне не дают отсюда идти, пока я вниз не посмотрю. Так. Это не то, что я хотел сделать. Пупу. По-моему, внизу дзиньки были. Ладно. For a supposedly altruistic organization, they sure know how to make a secret lair. А, тут крафтер. Который, кстати говоря, мне сейчас очень сильно пригодится. Кстати, у нас на этой миссии должна быть вот эта шняга. Третья непонятная. Это вопрос о том, что надо юзать гаджет активнее. Ну, может быть. Хотя, ты знаешь, не очень сильно хочется иногда. Оу. Окей. То есть эта минка не просто их станет, она их сжирает. Хе-хей, классная мина. Лучная приманка издает звук, привлекает больше врагов. Если миссия жизни, то взорвется, ослепит всех врагов. Не, не так интересно. Давай вот эту шнягу сделаем. Это любопытнее. Кстати, левел 3 создается с помощью теневой сферы еще. Нифига себе. Так. Вроде бы все, да? Окей. What's your secret project, Ganymede? Nine has given us hope, a lifeline.
her people, the Erebon, have the means to create tremendous energy. But they also possess it. It's a necessary evil. But with their sacrifice, she believes we can save many more lives. Sacrifice? Did Nine give up our people? With her guidance, we created a prototype. The first test was traumatic. Oh. We Enlightened are not monsters. We must find a more humane way to receive the Erebon's gift. No, 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 shit, shit, shit! Unauthorized access detected. Purging files. А вот, окей, вот это пам-пам-пам уже немножко. Ладно, немножко. Любопытненько. Любопытненько. Эребанцы умеют создавать огромное количество энергии из себя самих, видимо. Сколько у меня их осталось? 8. Сколько их тут нахер? Раз, два, три. Так. Куда пятерых пролюбили? А, вот 4, 5. Где-то трое неубитых еще осталось, что немножко хмык. Так. Не, ну в принципе. Так, погоди, как далеко там? А, не, слушай. Все тут. Все 8 тут. Найс. Так. Вообще, пока они вместе рядышком находятся, их офигенно мины поджарить можно. Прям таки огонь. Идеально. Ух, вообще. Так. Лопозди. Ты где? В процессе. Окей. Ну где тенечек? Ну где же наш тенечек? Давай найдем тенечек. Падла! Эта тень донизу не дотягивается. Ну кто так ёпта строит, а? Оу, фак. Фак. Я думал, что его мина заденет. Не, хер там его мина не задела. Обидно. Да это же с самого начала игры было очевидно. Не, я бы не сказал. Что у нас есть... Серьезно? Окей. Я думал, они на возвышенностях не умеют меня замечать. Я бы не сказал, что с самого начала было понятно, что наши нас подставили. Я бы сказал, что с самого начала было очевидно, что Гелиос падлы распоследние, и просто нас немножко пожрали за счет энергии. Я бы не сказал, что очевидно, что есть кто-то, кто подставил из наших нас же. Вообще, мне казалось, что мина легла идеально, честно говоря, на двоих. Видимо, мне казалось. Так, давай посмотрим, сколько у меня времени. Ну, честно говоря, у меня достаточно дохера времени. Окей. Значит, как только этот отворачивается, мы идем сливать жопу. Вот эту вот. Мне даже можно не ждать, пока он отвернется. А потом быстренько сливать его. Давай, 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 давай. Так. Допустим. Колутески приятный. Так, лута нету. Лута нету. Так, минус 3. Отлично. Это не то, что я хотел сделать.
чинилка по кругу ходит. Но мне, судя по всему, наверх надо. Немного вон тот чел смущает. Ну, может быть, снайпера снизу видят. Не факт, но может быть. Да, правильно. Не, нормально. Окей. Все в тенях. Красота. Он поворачивается достаточно часто. Вот, вот в чем проблема. Но я должен буду, пока он отвернется, я должен буду здесь пройти, умудриться. Окей. Допустим. Этого надо сливать в дальнем левом углу. По идее, его там никто видеть не будет. Если только вот этот глазастый туда не засветит. Но, по идее, не должен. Без идеи, кому он не должен, он всем простил. А, наверх. А, я больше наверх не попаду никогда. Найс. ВК-плей глючит. Типичный ВК-плей, не удивил вообще ни разу. Так. Может, минку ему поставить? Поздняк. Я вот не знаю, насколько сильно долго мина действует. Давай сейчас дождемся, пока он приходить будет. Нам вначале говорит, что мы единственные, а затем выясняет, что не единственные, остальные как-то не хотят нам ничего говорить. Уже где-то тут я начал что-то подозревать, понятно. Ну, это нечестно. А, ты посмотри, меня даже с анимацией убийства снимают. Нифига. Я думал, у меня будет какая-то защита во время анимации убийства. Не, хер там. Как я не допрыгнул, чтобы его слить, я, честно говоря, хз. Вот это было весьма амбициозно. Его никто не заметит, да? Ладно. Как скажешь. Я как бы не против, но это было весьма амбициозно. Окей. Так. Вкусняшки. Да. Окей, поехали сюда. Что значит сменить плечо? С другого угла бросить. Чтоб вид был по-другому. А просто так мне... Ну, кстати, снайпер, может быть, даст мне это просто так провернуть. Блин, а если я прыгаю на снайпера, то я сюда назад уже не возвращаюсь, да? Отвернись. Вот, блин, сюда надо летать нахрен нормально. А как туда долететь, так это не. Зачем надо? I'm having a
О, лутик. Вкусняшка. Можно с этой стороны попробовать начать, окей. Начнем здесь. И потом так. Окей. Постепенно, тихо, аккуратно, методично. Окей, так, Лутецкий. Так, ну-ка. Ей! 58 из 58. Вот это что за шняга, я не понял. И ни одного рабочего не убито, потому что я что? Правильно, молодец. Но что там за шняга, все еще не понял. I take it the news was not good. More confusing. I'm sending you some files. Thank you. There have also been some developments here. Is everyone okay? Noah has not heard from Mira in a while. So finish up and come back when you can. Got it. See you soon. Так. Я вижу крафт, я не могу понять, что я упускаю. Я не знаю, что вот это за шняга. А, может это как раз это вот фигня? Эребанский катализатор, может быть это одно? По крайней мере, мне кажется, что больше лута я здесь не соберу. Ну типа я собрал все, что мог. Наверное. Вроде бы я собрал все, что мог. Ну, мне так кажется, по крайней мере. Мина двух задела на цветном, было пофиг. Интересно. Окей, давай посмотрим. Им даже анимацию лифта было лень делать. Так. Да, действительно, слушай. С помощью катализатора я смогу добавлять гаджетам теневые способности на верстаке. Ну, собственно, левел 3 прокачка способностей. Где у тебя верстак завалялся? А, нет, слушай, она здесь. Она сюда вернулась. Hey, Simon. Tell me what the weather is like today. Cheerful riposte. It is as it always is. Dry, 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 with no sign of rain. Would you like to snuggle now? Окей, мне нужен всего один гаджет для этого. Это неплохо. То есть, один гаджет сюда, два гаджета сюда, сфера, гаджет и катализатор сюда. Хорошо, хорошо. Так как я гаджеты уже все перенаходил, то есть, ну, такое. Все? Всем помог? Все, молодец. Glad to see you back. I read your report. It's all connected. The echoes, the disappearances. I need to access the echo at Corpus. Nine owes me an explanation. Then you must get it from her. I will try to stay in contact, but we are moving again. Has Helios found you? We intercepted a coded communication. They are preparing an attack. How do I get out of the city? Vehicles leave from a garage on the other side of Kabnak. There is a way to sneak out through the old canal. And what about Mira? We will keep looking for her. We are closing in on the truth. So finish up your business and come to speak with me when you are ready to go. Так, ну,
Ок. В принципе, я готов. Are you ready? Ready as I'll ever be. Окей, 1:42, ничего так. Без смертей, кстати говоря, неплохо. Еще. С. А. Окей. Судя по всему... То есть, помните, нам выбор давали, да? И фиолетовый — это безжалостное, а... Типа этот, зелененький, я не знаю, как он... Короче, белый — это гуманность. Я мог пойти в безжалостное. Чё там было? Слушай, я не помню уже. А, засасывание трупа там было, да? Засасывание трупа — это безжалостное, а стан — это гуманность. Окей. Любопытненько, любопытненько. Безмолвный город. Okay, I'm in the city. Но пока мы на этом, конечно, закончим. Glad to hear you're keeping the pressure on. I will contact you if the situation changes. Okay. Вот. По одной главе пока хватит, в принципе.